Как перечислить с вашего телефона на другой телефон определенную сумму денег с баланса, с мегафона на мегафон, в СМС вы набираете следующее. Текст, решетка и далее сумма перевода. И потом нажимаете «Отправить», набираете номер телефона, кому вы хотите отправить эту сумму. Далее вам придет СМС, в котором будет написан код. Этот код нужно отправить и в СМС на номер который вам прислал этот код. И таким образом вы сможете переслать ту сумму, которую вы указали. Но тоже не забывайте, что есть комиссия.